Today my father is driving me to my swimming lesson. He's speaking to me, but I'm not answering. A ball of anguish is lodged in my throat and stops me from speaking. It feels like somebody is crying inside my chest. Так, а что за грустняшка прям с начала игры? From up here, I can hear them laughing at me. A storm awakens itself in me. My lungs fill with an immense sea of sorrow. I fall, I dive, and I depart. Окей. Как наушники, кстати. Наушники прикольные. Хорошие, очень мне нравятся. Хочу хардкора, как в ДБД. Угу. Так, ну... Да. Новая игра. Поехали. Классический легкий режим. Ужасный режим. Ну, классический. В меру сложное приключение. Давай чуть потише сделаю, а то орать начинаю. Да, Darkest Dungeon. The ferryman of the Styx. Поем пока. River that separates the real from the imaginary. А это шпиль! О, этот, Хейдес. I no longer feel fear, but I know I am here to face my demons. Пока ты еще здесь, вот пара советов. Каждый ход ты берешь 4 карты и обязана сыграть хотя бы одну. Сыграй эту карту. Топор, чтобы открывать всех демонов перед собой. Атакуй всех врагов в первом ряду. Каждый ход этот кот выпускает в меня стрелу. Если этот скелет окажется передо мной, то начнет лупить меня без промедления. Хорошо. Хоба! Меч. Я могу сыграть еще один меч, если он есть у меня в руке. Окей, это было несложно. Я говорил, что это сложная игра, а это несложная игра. Пока что. Привет, пришел к тебе с видеообзора одного лора. Я ждал, что они введут... Уточнение карте Final Spark Luxe, потому что там не написано, что она 2 урона Нексусу наносит. В Final Spark Luxe Overwhelm. Она наносит столько урона, сколько она пробивает. Она может 4 урона нанести, может 0, может 1, может 3. Под Spell Power в теории даже 5. Так, коснись кристаллов, чтобы взять их. Они помогут тебе раздобыть особые карты. Эти кристаллы нужно собирать, чтобы раздобыть новые редкие карты. Открывай сундуки, в них ты найдешь новые карты. Действие не заканчивает твой ход. Выберите 2 набора карт. Кинжал лишит жизни любого врага, атакует всех врагов, восстановит всю мою волю. Блокирует все атаки. Давай топоры и щиты. Ты можешь открыть сумку и проверить, сколько карт в ней осталось. Будь осторожнее, если сумка пустеет, ты проиграешь. Окей. Каждый побежденный демон оставляет тебе 1 звезду. Здесь показывается, сколько звезд нужно собрать, чтобы стать сильнее. Слева. 9 звезд. Хорошо. Последние атаки демонов снижают твою волю. Если она упадет до нуля, игра для тебя будет закончена. Окей, на этом у меня все. Использую карту с умом. Постараюсь добраться до лестницы. Хорошо. Каждый ход этот кот выпускает в меня стрелу. Скелет носит броню, которая защищает его от моей первой атаки. Крошка Минотавр с топором внушительных размеров периодически он перепрыгивает через своих друзей.
топор. Ау, ау. Меня избивают. Восстанавливает всю волю. Мяу. А, минотавр жесткий. 4 урона наносит. Надо было его убить. Хорошо. Топаем дальше. Я теперь веточка покрасивее. Диам. Диам. Приятного аппетита, спасибо. Даже кушаю сижу, но роллы, о, приятно. У меня котлета почти доеденная. Минус котлета. Придется гречку, сухомятку жрать. Так, ну убиваем всех лучников. Звезды позволяют улучшать личные качества. Подбирая кристаллы, буду получать 1 очко воли. На каждом уровне меня будет ждать на 1 кристалл больше. Я получаю 1 очко воли за каждого демона, побежденного с помощью меча, кинжала, топора или стрелы. Вампирка, лол. На каждом уровне 2 демона будут сильнее, но я получу 3 звезды. Медленно открываю этот сундук. Вообще прокачка вот эта вот для начала игры звучит неплохо. Так, один... Фига мы все сблочили. А, аж 2 хода блочит, я понял. Так, пытаемся... Ай, сколько у него брони! Чё он такой жесткий? Ау. Это сразу левелап, потому что я босса убил, да? Вы победили большого демона, находите одну из своих магических способностей. Мои стрелы расщепляются и поражают сразу 2 врагов-соседей. Способность не действует на врагов в первом ряду. Когда я использую свой кнут, я краду карту. Эта способность не действует на врагов в первом ряду. Я могу метнуть кинжалы в демона во втором ряду. В сундуках теперь на 1 карту кинжал больше. Лук звучит неплохо. Это воспоминание в следующей игре, оно придаст мне сил. Это вы типа подразумеваете, что я проиграю, да? Где инфа об их хп? Они почти все с одного удара умирают. Ну, либо броня, ну, броню носят. Я не очень долго фолоча продержался. Так, ценные карты, давай. 5 мечей. 3 топора, 2 кинжала. Мне мечи нужны очень. Ну и 3 топора, портвейн возьмем. Хорошо. В следующей игре воспоминания придаст мне сил. So, cat got your tongue? I will have to give you a failing grade. If all you're going to do is cry, you might as well sit back down. Я так понимаю, по сюжету это что-то типа Гриз. Если вы играли в Гриз, то там, типа... Девочка пыталась же побороть все свои страхи и двигаться дальше, типа того. Но здесь пока что чем-то похожий сюжетец. Am I in one of my dreams? The labyrinthine maze of my imagination. With my will as my only guide. Окей. В пещеру какую-то спустились. Атакует одного врага. Ну, вообще-то 2.
Этот кот-воришка будет воровать карты из моей сумки, нельзя подпускать его близко. Для начала лучников убьем. Так. Каждый ход этот кот выпускает... Ой, он со звездочкой. Так, наберем сундук. Мечи, плетка. Подтягивает врага или предмет ближе ко мне. Я могу играть дальше. Давайте еще мечей возьмем. Притягивание врагов звучит не очень полезно пока что. И щиты возьмем. Мяу. Мяу. Я, получается, смогу выйти или не могу? Когда я доберусь до лестницы, то смогу подняться на следующий уровень. Ага. Получается, я не обязан их убивать, но там, но за ними сундук. Я не хочу топор на них тратить. Но придется. Так, что тут у нас? На каждом уровне 4 демона будут сильнее, но я получу 3 звезды. Я получаю 1 очко воли за каждого демона побежденного. Вот, вот, надо вампирку взять. Сундук, найс. Ну, стрелы берем, которые у меня прокачаны, еще мечей. Нужно здесь кристаллы избежать, но зачем, если там сундук? Все понимаю, Индирогалик, но такая рисовка у вас жжовая, моя сестра в 10 лет лучше рисовала. Может, игра обер крутая или глубокая, но рисовка сразу какую-то халтуру. Хз? Хз? Ну, вообще, ну, по-моему, довольно красиво, не? Фига, этот крошка Минотавр носит броню и атакует по 12. Давайте мы сделаем так. Собьем с него броню сейчас. Ту-ту. Где броня? Ну на нем. Броня прям на нем. Фига там монстров. Так, давайте так, пора врубать щит. Берем еще выстрелы и еще щиты. Пока у меня броня. А, ну стоп. Опять стреляем в них луком. Оп, он перепрыгнул. Это хорошо для меня, то, что он перепрыгнул. Что я его сейчас топором убью. Фига там босс. Этот скелет обладает страшной силой, позволяет моим врагам атаковать дважды. Бля, и правда страшно. И у него тоже броня, причем две, походу. Бля, сколько скелетов. Че так жестко? Надо его подпустить ближе. Как там? Угу. Больно, конечно, но надо его как-то выбивать. Блин, там воришки подойдут, если я так сделаю. Я же топором его не пробью, он же единичку урон наносит. Да. Вон, давайте еще щит юзнем. Мяу.
меч. Че они будут воровать карты из моей сумки? Блин, неприятно, кстати. Еще щит. Не могу позволить им подойти пока что. Я обязан их выбить с лука. Хо-хо. Слушайте, а действительно интересная игруха. Она вроде бы выглядит простой. На самом деле она довольно хардовая. Флот вам настроение испортил. Митоль, у меня настроение и так было плохое, поэтому мне было насрать на этот Fallout. Рожден демон оставил после себя магическую силу. Когда я играю карту уверенность, она превращается в карту пламя, которую я могу сыграть на том же ходу. Когда использую кнуты, я краду карту. Или моя сумка лучше защищена с вероятностью 50%, воров не получится ничего украсть. Давайте уверенность. Уверенность — это вот это, да? Да. Так, ну там нет никаких сундуков, ничего. Значит, я могу сбежать, не убивая мобов. Я типа не вижу смысла с ними драться. Пойдем дальше. Обманчиво простая, невероятно интересная. Ну да. Этот скелет хочет подобраться и подорвать меня бомбой, если не подорву его раньше. Так, капкан, он сработает, если я подойду слишком близко. Вау. Старая амфора. Один пинок и развалится на куски. Лучников много. Можно позволить им взорваться под щитом. Или убить всех топором. Да не, давайте под щитом просто. Бам, бахнуло и пофиг. А теперь топор. Минус все котики. Сейчас этот опять бахнет и... А, не, уже не бахнет. Минотавры! А! Этот скелет прикрывается щитом, который защищает от всего, кроме магических карт. Гром, огонь, бомба. Вау. Масленок, спасибо за подарочную подписку, медалька с возвращением. What for freedom? Спасибо, спасибо большое за подписку. Вечер на Терри вышел. Ладно. Блин. А мне тут эта игра понравилась. Так, поехали, щит опять. Сейчас бы топор. О, два меча, найс. Думаю, что... Двух котов или именно... Думаю, что двух котов надо. Карты щит будут защищать три хода вместо двух. И немедленно получаю щит на два хода. Вау. На каждом уровне 4 демона будут сильнее. Получу 3 звезды. После того, как я сыграю 12 карт, следующая сыгранная карта вернется в сумку. Давайте щиты апать. Круто же, офигенно. Очень-очень-очень хорошо. Так, его можно убить только гром, огонь, бомба. Это сильно.
Причем того, что чтобы использовать гром, огонь, бомбу, мне нужно. Ну, я огонь. Мне для огня надо восстановить здоровье. Ну, поехали. Я могу играть дальше, опаляет врага. Ага. Это воспоминание. В следующей игре она придаст мне сил. Don't talk to her. She's an idiot. She can't even defend herself, see? Stupid, 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 stupid. Ууу, буллиз. Американский буллиз. Бан. Ну, поехали, чё. Убиваем так. Какая бомба красивая. Этот, видимо, меня будет избивать по чуть-чуть. А всё, всё, до этого, с этим я уже не справлюсь никак. А лестница-то где-то там, походу. Вау, кристаллы в горе были. У меня вообще еще хилки есть. У меня не осталось хилок. Все, я проиграл. Да? Может быть, нет. Нет, лестница за ним. Черт. А, щит как? Щит можно пробить. Все, нормально, нормально, можно, можно, он ломается по чуть-чуть. Усыпляет врага, эта карта возвращается в мою сумку. Использует меч, я потеряю две звезды, но карта вернется в мою сумку. Проклятый меч. Лира звучит имбово. Все, и пошли дальше. Фростморная проклятый меч, елка. Какие-то грустные скелетики дальше. Давайте до первого поражения в эту игру. После чего пойдем в Рунтеру. Грустный скелет, я сейчас заплачу. Ну, если убьем его, не заплачем. Ай! Циклоп неуязвим, пока прячется. Каждый второй ход он будет пытаться кинуть в меня свой камень. На 7 урона. Ауч! Тун, турун, тун. Видимо, придется в этого стрелять. Что-то у меня карты заканчиваются, кстати. И хилок-то тоже больше нету. Так, сундук надо с картами открывать. Атакует врага передо мной меч, хорошо. Атакует трех врагов на прямой линии, магия, да, да.
Черт, кажется, я сейчас заплачу, не? Не. Давайте его усыпим. И пройдем, посмотрим справа. Да, то, что надо. Че? Че? Потому что это циклоп. Понятно. Коба, сундук спрятанный. Красиво. Выберите один набор карт. Ну, луки мне нравятся побольше. Кажется, я скоро проиграю. Да. О, тут какой-то ад начался. Щит зеркала отражает магические атаки. Кинжал этой змеи может снизить мой максимальный уровень воли. Ё-моё, этот демон поджигает мои карты. Сыграв горящую карту, я заплачу за это 8 очками воли. Так, усыпляем. Усыпляем и начинаем их расстреливать. Атака этого демона зависит от количества карт в моей сумке. Жуть какая. Не говори. Фок. Ой, я его сжег как-то там очень неплохо. Что? Одна из голов кошмарного Цербера. По легенде она отрастет обратно, если только не... Сжечь ее? Отрубить все головы. Понятно. Сделать по ней несколько ударов, не знаю. Хилка. А, ну вот, еще одна голова. Да, отрубить их все одновременно, наверное, надо будет, да? Ну что, мне там меч нужен для того, чтобы ее убить? Ну вот только меч не пришел. И последняя там. Зеркало отражает магические атаки. Фак. Жок. А, ну да, восстановилось. Вот оно, три меча, но... У тебя же есть меч в руке, так мне надо три, все три срубить одновременно. А как я могу это сделать? А еще мне максимальный уровень здоровья снизили. Ток топором, да понятно, что ток топором. Потому что луком никак. Ну, нет, либо топором, либо мечом. У меня есть топоры в колоде. Я сейчас умру уже, все, гг. Или нет? Это воспоминание. Окей, жив цел. Немедленно получаю щит на 2 хода. Будет защищать меня 4 хода вместо 3. Убираю кристалл, буду получать 1 очко воли.
Медленно открываю этот сундук. Сундук на поиск топора, возможно. Возможно, да, топор, найс. И... Не, я еще жив, по идее. Я же их сейчас убью. Ну, один. Нет, он же когда реснется, он не ударит, по идее. I think it's me. I'm the one who's lost. Знал бы, что я того могу убить мечом быстро. А что, может, они не риснутся, если их... Нет. Пошли отсюда. Найс. Блин, 18 хп это, конечно, очень мало. Если моя воля упадет ниже 5, у меня в сумке окажется карта уверенности, я немедленно возьму ее. Урон в 3 единицы и больше снижается на 1. Вот это, наверное, возьмем. I hear the rain in the distance. Or is that the sound of tears falling? An old sorrow that weighs heavy upon my heart. Нарисовал этих демонов, кстати. Ну, походу, да, наверное. Тутур, туту, тутуру, туту, туту, туту. Шли отсюда, котики. Что с капканом делать? Расстрелять? Наверное. Ага. Там сундуки ценные карты. Щит возьмем. Бомба! А! Четыре демона вокруг этой летучей мыши неуязвимы, даже если бомбой взорвутся. Так, давайте попробуем сделать так. Ту-ту-ру-тум-тум, мечи, щиты. Блин, он чё, сундук уничтожит? Пока не хочу эту стенку, наверное, ломать. Да, он уничтожил сундук, и тот стал мимиком. Не, ну может быть он и до этого был мимиком. Сундук хочет моего мяса. Ой. Кажется, тут какой-то ад. Эта змея ворует карты, а ее оружие крайне опасно. Взорвался, и ладно. Жаль, что я не сжег этот. Блин, он с щитом. По-моему, я F. А, так это хорошо, что он с щитом. Пускай стоит здесь, пока этот не идет к нам. Это же, да, это здорово. Кнут этого бешеного бока возвращает к жизни поверженных скелетов. Нужно разобраться с ним как можно быстрее. Сейчас попробуем. Разобраться с ним как можно быстрее. Готово. Заспамили мечом. Ага, вот он. Опять ресает. Так, надо вначале вот этого убить. Ля, как я вообще справляюсь? Что это за слеза была? Причем капкан не умер, ну потому что мышка умерла одновременно с ним, видимо. Максимум очков воли увеличивается на 10. Я немедленно восстанавливаю все очки воли. У меня как раз нет здоровья, но я не знаю.
Да, давайте восстановим. Так у меня вообще оружие есть в колоде? Есть еще. На три хода щит. Найс. Так, что-то слеза меня... Я не знаю, что он делает, но... Вроде один урон, наверное, наносит. Вот этого надо убить. Исап. Сейчас снова воскресит. Ну, конечно же. Да твою ж... Слышь? Сюда иди! Сюда подошел! Слеза, грусть переполняет меня. Эта карта лишает меня 5 очков воли. Понял. Братан, хватит мне слезки в колоду капать. Когда-нибудь ее надо сыграть. Хотя ее можно между уровнями играть, наверное. Блэд. Какие-то колонны. О, как эту броню пробивать? Давайте похилимся и сыграем огонь, чтобы его убить. О, выход, найс. Так, надо от слезок избавиться. Как же потно. Какие-то норы кротовые. Этого демона одолевает непомерная грусть. Нужно постараться не подхватить ее. Кажется, у меня карты закончились почти. Кажется, мы подхватили грусть таки. Сюда, сундук! А все, это единственные две мои карты в колоде. Fuck no! О, такие штуки можно разбивать. Один пинок и развалится на куски. Прикольно. Не, ну так-то, конечно, можно бесконечно сидеть, но смысл в этом... У вас 20 очков воли, если ваша воля упадет на нее, игра будет закончена, да? Да. Выполнили все испытания. Классический режим, время игры, лучший счет. End my turn, да, end my turn. Кажется, мы умрем от грусти. Ну хотя бы не закончившись картами. Или нас этот... Жаль, что арфой нельзя сломать вот эту штуку. F. Вы нашли 107 звезд, на следующую игру вы получите. Вы выиграли 6 карт Гром, для следующей игры вы можете обменять награду на другую случайную. Вы выиграли 6 карт Меч, на... для следующей игры вы можете обменять награду на другую случайную. Да не, неплохо. Серп. Вы нашли нового воображаемого друга. Теперь вы должны выполнить его испытание, добраться до 7 уровня. Окей. Карт кража. Ладно, давайте мечи обменяем. В следующей игре вы найдете взрывоопасную амфору. Окей. Слушайте, прикольно. Прикольно. А давайте пройдем игру потом.
Это хороший шпиль. Вот это хороший шпиль. В нем реально есть над чем подумать, и она сложноватая. Я думаю, можно будет ее пройти. А давай сейчас. Ну, сейчас я уже обещал в лор